Друзья, добрый день. Я показываю вам будущий участок, который будет стоить меньше миллиона рублей. Вот он вот здесь, пока его еще не почистили. Я вот тоже приехал первый раз его посмотреть. Значит, смотрите, по рельефу он ровный. Это хорошо. Вот, вот сквозь, если ветви смотреть, то он прямо ровненький, хороший. Не знаю, видно или нет. Вот я вижу, что рельеф у него отличный. Вот, вот сюда, вверх, правый бок, идет небольшое поднятие. Идет склон вверх. Вот такая дорога. То есть дорога бетонная. Соответственно, вот идет съезд. Тын-тын-тын. И спускаемся вот сюда. Напротив стоит хорошая дачка. Вот такой вот домик. То есть соседи, видимо, новенький домик. Приезжают либо на выходные, либо на лето. Вот. И с другой стороны, соответственно, соседи. Это у нас Туапсинский район, Дедеркой, СНТ Светлячок. Это один из будущих участков, который уже можно сейчас купить, но основное, когда я планирую их выводить в продажу, это март-апрель. Вот. Они будут свеже тоже почищены, подготовлены, проставлены точки, натянуты ленточки. Вот, получены все документы, может быть, даже сделаем уведомление по строительству домиков. То есть можно заходить будет сразу на стройку. Таких участков у нас будет здесь около 14. Уже десяточек у нас подготовлено. Это вот два свежих. Один здесь получается, второй вот там повыше, где идет другая дорога. Вот, ну я пока анонс оставлю вот на этот участок. Поэтому, друзья, если есть интерес, звоните, пишите, ставьте лайки. Пока это ниже миллиона, весной будет дороже миллиона. Поэтому есть свободные деньги, покупайте, пока еще земля есть. Все, всем хорошего дня, обнимаю, целую, пока-пока.